операции. Что сказать? Десантники – это профессионалы своего дела, беззаветно преданные своей стране. Не зря я на первой кассете, которая вышла в Афганистане, записал очень популярную в 60-х годах прошлого века песню «Баллада о парашютах». Ее автор Михаил Леонидович Анчаров, поэт, прозаик, драматург. В 1941 году он ушел в армию, был десантником. В 1944 году закончил Институт военных переводчиков, воевал в Маньчжурии, награжден орденом Красной Звезды, многими медалями. После войны начал писать песни на стихи собственного сочинения. Об Анчарове, как об одном из первых бардов, хорошо отзывается Владимир Высоцкий, считая его своим учителем. Позвольте, я исполню сейчас песню Анчарова «Баллада о парашютах». Парашюты рванулись и приняли вес. Земля колыхнулась едва, а внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. А внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключари, отворите ворота в сад! Даю приказ от зари до зари в рай пропускать десант! Даю приказ от зари до зари в рай пропускать десант!» И сказал Господь: «Это ж Гошка летит, Благушинский атаман. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Он врагам отомстил и лег у реки, уронив на камни висок. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, а они его, и грешником был он сам. Но где ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Но где ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена, пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. Пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням. И мирное солнце топочет в зенит подковою по камням. И мирное солнце топочет в зенит подковою по камням.